Сегодня в рамках государственной программы «Саламатты Казахстан» министерство внедряет новые методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации. Мы изучаем весь мировой опыт, практику, чтобы внедрить в стране самые эффективные меры лечения, диагностики, профилактики. Сегодня вакцинация против вируса папилломы человека является обязательной для таких стран, как Соединенных Штатов Америки, Канады, 22 странах Европы, в Азии, в 7 странах Африки, даже в Тихоокеанском регионе. Очень много стран, около 70 стран это применяют. Вопросом безопасности, эффективности вакцины занималась Всемирная организация здравоохранения. В Глобальном комитете ВОЗ трижды заслушивался вот данный вопрос, те вакцины, которые в мире есть, они были признаны эффективными и безопасными. Поэтому, учитывая, что сегодня есть такой опыт, а у нас в стране высокая смертность от заболеваний, было решено в рамках программы идти вперед и пилотным проектом внедрять вакцинацию среди девочек. Да, сегодня идет вот 4 региона, это вот в основном девочки, но сначала до проведения вакцинации будет проводиться масштабная разъяснительная работа среди населения. Сегодня Министерством здравоохранения также разработаны информационные материалы, который будет раздаваться среди родителей, в школах, будет проводиться разъяснительная работа. Только после этого согласие родителей, детей на добровольной основе будет проводиться вакцинация. Эта вакцинация проводится на добровольной основе. Но тот опыт до внедрения вакцины в клиническую практику проводятся определенные клинические исследования, кто разрабатывал вакцины. После внедрения вообще в мире этой вакцины использования уже прошло 9,5 лет, да, вот где-то вот около 10 лет. Но пока таких осложнений, о чем говорят, не зарегистрировано. Идет четкий мониторинг со стороны Всемирной организации здравоохранения. Поэтому мы в рамках вот профилактики, чтобы создать иммунную прослойку, остановить развитие заболеваний, да, рака шейки матки, мы пошли вот сейчас в рамках программы на вакцинирование в пилотном режиме.